В данном видео мы покажем вам, как настроить расход ополаскивающей жидкости и соли для умягчения воды в посудомоечной машине бренда Штоф, модель SVH-601-47-IM-AFL. Для того, чтобы перейти в режим программирования, надо нажать на клавишу P на любом режиме, зажать и удерживать более 5 секунд. После чего у нас загорается H, это уровень жесткости воды. 6 уровней жесткости, но по умолчанию стоит 3-й уровень. Все будет зависеть от качества вашей воды. Также уровень настройки ополаскивателя. Настраиваем от 1 до 5. По умолчанию стоит 3-й уровень. Опять же, также все будет зависеть от уровня, вернее, от качества вашей воды. Переключение между режимами осуществляется нажатием клавиши «Отлаженный старт». Надеемся, видео было вам полезным. Пользуйтесь посудомойками бренда Штоф.